сторону Соболенко мы уже видели. Вот такая хорошая плотная подача Кристины. Будет искать свой форт. Все, то есть максимум перекусить, и вот этот такой формат более быстрый. Взяла подачу соперницы и сейчас подает. И 15-0 повела на своей подаче. Но мимики на корте, ну, не то, что она выделяется среди теннисисток в туре, но как минимум... На 100%. То есть они сначала смотрят, что там на той стороне, какая сопротивляемость. Ну и, соответственно, выбирают, знаешь, как в автомобиле передачу. То есть это... Тут как раз-таки победный на подаче Дмитрук, где она очень здорово подавала. Ну, а вот как-то не во всех геймах убедила. Здорово. И вновь очень здорово направляет Кристина мяч, очень плотно по боковой линии. По 15. Молодец, Кристина, вот, ну, не спешила жить в этом розыгрыше. Ну зачем? Так хочется сказать, Арина, ну за такие. Было и видно, но на корте было не видно. Аут. Еще одна двойная и тайпик. И теннису, конечно, видно, что Кристина Дмитрук выглядит очень и очень симпатично. То есть ты запомнишь точно? Да. Фамилию, не знаю, понятие вот это. И дает большое количество преимуществ. И в частности, вот это вот именно движение кистью, оно производится в конце удара. И это не позволяет читать игру. То есть чуть меньше времени у соперника на чтение. Вот это такая в хорошем смысле сейчас наглость была в исполнении Дмитрук. Укороченный, а затем... Обводка. 2-1. Дмитрук наоборот встречает. Как-то удивить соперницу. Нет, не стала удивлять. Ух ты. Ну просто умница Кристина Дмитрук. Вот то, что она сейчас сделала. Вот в этом порыве и вновь очень классные укороченные.